Привет всем любителям компьютерных игр, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и мы первовзглядим на игру The Invincible, Invincible, непобедимый, по роману Станислава Лема, одноименному. Игра, кстати, от одних из создателей Ведьмака, которые ушли после третьего Ведьмака и создали свою компанию. Ну и, собственно, поляки, как вы понимаете, по роману польского фантаста. Поэтому я, собственно, и обратил внимание, потому что, ну, у меня канал про пошаговые стратегии, а это скорее будет какое-то или приключение, или квест. Ну, в общем, будем сейчас смотреть, потому что это демка, это не полная игра. Хотя даже эта демка, вообще-то, 13 гигабайт весила. Русского языка в ней нету. Я не знаю, кстати, будет ли. Так что будем на английском играть. Но и озвучка тут только английская. Я бы на польской, кстати, поиграл, честно говоря, озвучки. Но озвучка только английская. В общем, давайте начинать. Ну, разработчики приветствуют нас в демо непобедимого и сообщают, что этот фрагмент, который мы будем играть, это не самое начало игры. Наш протагонист уже прошел через многое. Но они пишут, мы не хотим вам спойлерить тот опыт, который вы получите в игре. На следующей странице мы коротенько расскажем, что происходило до этого. Но держите в голове две вещи. Первое, этот фрагмент геймплея, на этот фрагмент геймплея влияет то, что вы делали в предыдущих. Перед ним, то есть, когда вы будете играть в полную игру, скорее всего, может быть, вы вот такого состояния не достигнете, да? И второе, что сейчас состояние игры – это не финальный продукт, и они будут работать над его улучшением. Так, что же нам что-то было до этого? Ясно нашла информацию о конвое, отправленную с наземной базы Альянса, враждебной фракции в космической гонке вокруг галактики. Тем не менее, она отчаянно нуждается в том, чтобы найти хоть каких-то людей, даже если они политические враги. Ясно пересекает место раскопок, ну или там где-то копание, и двигается вперед по равнине, следуя за конвоем. Она приближается ближе, и ей надо приготовиться с тем, чтобы встретить Альянс. Точнее, контактировать с Альянсом с помощью какого-то прибора-астрогатора. Она командир этого прибора. Нет, точнее, это не прибор, это с помощью астрогатора. Я так понимаю, что это какой-то солдат или... В любом случае, он командир. И где-то в начале игры он поддержал действия ясные с борта космического корабля, который находится на орбите вокруг планеты. А планета, на которой происходит событие, называется Регис 3. Так, спланировать ваше путешествие к конвою. Так, я играю с геймпада. Ага, мы вот здесь, конвой там, ну, собственно. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. But they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? Так. Ну, она сказала, он ее спросил, есть какие-то сомнения по поводу пути. I can just drive in there, straight to the convoy, or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, then. It's your call, Jasper. Ну. All right. I'll try to get there via the side path. Я выбрал side pass, то есть
сбоку проходить. Так, ну, 60 FPS у меня, по-моему, максимум стоит. Кстати, вот когда двигаешься по камням, вибрирует этот геймпад. Я не знаю, мы можем в это ехать или нам пешком надо идти? Вопрос. Так, как нам внутрь попасть? Хм, а почему приборы такие размытые? Так, поехали. Плавненько так идет. Так, а где у нас вообще сайт-пас? Вот это? Я хочу по нему пойти. Или нет, или это я рано завернул. Но вот пишут, что демо не показывает финальное качество, так что, возможно, они просто еще текстурки не завезли. Так, а можно мне глянуть еще? Блин, обязательно выходить? Так, а как мне... Нашел какой-то приборчик, который местность сканирует. О, бинокль есть. Прикольно. Так, я понял. Это рация, с кем-то связываться. О, наконец-то нашел, где карту. Ну да, видите, я как раз смотрю, вот туда мне надо ехать. Еле двигается, конечно. Он такой, такое управление, знаете, у него... Ну, что мы вперед не едем? Блин, он не едет вперед почему-то. Вот и во что он врезается. Может, он как-то взлететь может? Ну, вот и какие тут проблемы? Ну, качество, конечно, картинки такое слабенькое. Какого хрена он не едет дальше? Хорошо, выйду, я выйду и пешком пойду. Раз мне не дают на... Такое ощущение, что это как специально сделано. Чтобы обязательно пешком идти. Красив регистрим. Ну, в романе у Лема... Например, вот этот крейсер непобедим, я не знаю, насколько будет, я не думаю, что это будет спойлером. То есть этот крейсер непобедимый совершил посадку на Регисе 3, потому что там до этого исчез другой земной корабль, Кондор. Так, надо карту глянуть. Ну давайте, кстати, тут какое-то ответвление, я за него загляну на всякий пожарный. Показалось, что что-то валяется.
Наверное, зря я сюда пошел. Так, главное не свалиться еще. И вот, вот этот кондор пропал во время своей экспедиции, отправив два сообщения. Первое говорилось о благополучной посадке на регистре, а во втором о встрече экипажем неких мушек. Так, мы тут вообще пройти можем? Так, счетчик Гейгера. Radiation level is rising rapidly. Ясно, be careful of radiation of other people. Будь осторожна. Watch yourself. Радиация означает, considering the radioactive environment, означает, что там нету людей. Finding people here is close to zero. То есть возможность найти тут людей равна нулю. Или это означает, что кое-что другое, что тут как раз люди какие-то технологии используют, которые создают радиацию. Так, давайте туда сходим. Так, вот, и там было зарегистрированы какие-то импульсы, похоже на бессмысленную азбуку Морзе, и повторяющиеся сигналы. Так. I found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. Механически созданный туннель. Интересно, что он на другом конце туннеля, хотя слово «интересно» не совсем верное. Да, он еще какой-то обугленный, прям тоннель такой. Прям сделанный. Поехали. Yes, I am. Ага. Oh, shit. They're close. At least one. There's not a soul. I don't see anyone. Никого, я никого не вижу, ни души. Так, тело. О, no. Астрогейтер. Они мертвы. Значит, ты нашла кого-то. Журнал апдейтед. Нимке. Что, никакой инфы нельзя взять, да? I wasn't expected to find this. Didn't let that thought get to me. Didn't want to. Не хотела. Finding them was my priority. Найти их было моей задачей. Not this. What exactly happened to them? Well, that's a good question. I'm not even sure what they were doing here. Что конкретно с ними произошло? Я даже не уверена, что они тут делали. Так, ладно, у нас был еще окно с компас такой. Это вот мы нашли тело, да, вот эта у нас точка обозначается, окей. Так, где-то еще. Так, какие-то звуки, кстати. Опять журнал updated. Ага, это отмечается, видите, где роботы находятся на карте, где люди. Так, окей. Found the antimat. It looks damaged, but its log may still be intact. Copy that. Proceed. Выглядит поврежденным, но его записи явно еще можно достать. Так, давайте вот там еще мы впереди до чего-то не добрались. Вот еще тело. А это у нас кто? Хоффман. Так, ладно, а как с него? О, вот можно посмотреть. Пытаюсь добраться. Так, а как мне это тянуть?
к записывающему устройству автомата. Ага, тут явно будет какая-то загадка, мне кажется. Как открыть? Или оно просто откроется? Угу, записи есть. Что у нас тут? Сейчас комикс будет. Они готовились к отбытию. А, сейчас будут нам показывать, наверное. Так. Координаты похожи на ту локацию, которую мы ищем. All of the Alliance's semi-autonomic machines can be remotely controlled, right? Yes. Все. They were conducting an inspection before marching out. Все машины Альянса могут же управляться на расстоянии, значит, они проверяли эту возможность перед тем, как отправиться. Автоматы, ну вот эти автоматы, которые стоят, они в режиме эскорта находятся, чтобы они сопровождали. Так, окей. Конвой направлялся куда-то. Они прошли. Они прошли мимо гигантских кранов, которые складывали что-то в гигантскую дыру. Что-то я не узнаю это место. Так, на всякий случай сообщаю тебе координаты этого места. Так, теперь они приблизились к тому месту, где я сейчас нахожусь. Так, тут больше никаких. Это вперед-назад. Так, они здесь. Отправляют пробу. Пробу грунта, наверное. Им тяжело добраться до места, куда они, видимо, это отправляют, поэтому они снизу как бы к нему подобрались. А, то есть... Вот они с помощью пушки антиматерии создали вот эту дыру, через которую мы проникли. Так, найти hole shot by the... найти эту дыру, которую они... Это все-таки не через ту, которую мы прошли. Походу, они нашли то, что искали в этом тоннеле. Так, не предпринимай каких-то необдуманных действий, пока мы все не выясним. Как жаль. Транспорт уехал. Вот эти контейнеры, которые закладывали в транспорт, видимо, возможно, где-то еще у нас тут рядом такие же есть, чтобы посмотреть, что там. Что-то происходит. Один из людей пытается привлечь других к чему-то происходящему за кадром. Один из них смотрит на измерительный прибор с обеспокоенностью. Во. Показатели тоже странные. Электромагнитное поле выше нужных показателей. Вот очень плохого качества. Но видно страх на их лицах. Ты не хочешь? Вам разве не интересно знать, что произошло? Мне интересно, но только когда моя команда в безопасности. Возможно, выяснение причин и принесет нам славу и почет, но, скорее всего, это просто некомпетентность вот этого Альянса. И вы мне нужны живой, доктор. Next slide. People rushing out of the tunnel.
Люди выбегают из туннеля. Все очень интригующе, но и рискованно. Благодарю, но это не обязательно. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And what happened next? Так, а автоматы стали стрелять в туннель. Что дальше случилось? There's nothing else. Больше ничего, только темнота. Darkness. Can't you see what it was aiming for? Так, какие-то показатели. It's ceasing to protect the convoy. Ага, это данные, которые типа. There's a bunch of unidentified targets. It has trouble recognizing any of the 9,999 objects. 99999 объектов. Major fault in the circuitry. Combine that with tremendous. По которым. По которым шла пальба, то есть и просто больше 9, больше, короче, 100 тысяч они не могли посчитать, поэтому такая цифра. Паника. Все пытаются сбежать. То есть автоматы начали, наоборот, убивать вместо того, чтобы защищать. А второй антимат стал стрелять в воздух. Что, оба сломались? The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. Вот что его уничтожило, второй антимат. Люди замерли от страха, они не знали, что делать. It's firing directly at the crew. Он выстрелил прямо в команду. Shooting them. One by one. Убив их одним за одним. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. Да уж. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Просто разрывает нафиг на части. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Давайте вернемся, там можно было что-то сказать. Эта миссия становится все лучше и лучше. Так, тут, видимо, в термовиде. Ага, не помогало. Они пытались спрятаться, а антиматоны включали этот температурный вижен и их через стены расстреливали. Один человек поднял руки, как будто он сдается. А машины могут понять этот жест? При правильном программировании могут понять эти жесты. Но не факт, короче. И да. Машина убила его. О, фак. Ясно? Так. Дальше фотография нас. The last photo is from a few moments ago. Последнее фото. Несколько минут назад на ней я. And it could target you at any moment. Машины все еще работают и могут посчитать тебя целью в любой момент. While moving away. If that's all. What about that tunnel? Right. Я проверю туннель. Все равно в демку играем. I know you will, yes. Proceed. Так, это я вот тут пролез, вот так вот обошел, пролез. Мне кажется, все-таки, видите, этим путем фиг знает, что было бы тут, если бы мы пошли. Вроде нормально.
Так. Что-то эта фигня нас снимает. Так, а тоннель у нас вот тут, да? Да, ну по компасу мы уже со всеми. Так, ну что, давайте еще вот это посмотрим. Ну, вроде ничего не видать. С этим мы совсем повзаимодействовали. Даже они тут пытались пробиться. Я слышу какой-то шум, ритмический, металлический звук. Что-то все еще активно. Так, ты прерываешься. The audio is breaking up. I'll get back to you once I reach the end. Я вернусь, когда достигну конца тоннеля. It's an Arctan coming at me. Coming. Так. Что-то отрубились с нифига. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Кажется, как будто мою голову сдавило давление. Дышите, нужно отдохнуть. No. No. I'm better now. Так, теперь мне лучше. Так, ну-ка, давайте опять компас. Только этот, да, у нас тут что-то... А, нет, что-то вот тут... А, нет, все-таки это вот на него указывает. Ну, давайте с ним сначала попробуем. Кажется, что он начал что-то делать и застрял. Двигается по кругу, используя один и тот же маршрут. Я так понимаю, что вот мы выясняем постепенно, что происходит. То есть игра будет заключаться в том, что мы будем вот так выяснять, что происходит. И потом надо понять, что же произошло из таких вот разверзнутых. Так, а если мы так посмотрим... Может, кстати, коробку, наверное, у него надо. There's nothing here I haven't seen before. Just a lot of metal bushes. Металлические кусты. Well, the lower parts of the bushes are, to put it, fruitless. Без фруктов. Так что Альянс пришел сюда фрукты собрать. Ну вот, контейнер же пишется. О, я ж и думал, что контейнер надо посмотреть. Наполнен исследовательским материалом, этими фруктами. It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. Ну, он говорит, можно ли как-то у него их забрать? Он говорит, а она говорит, что из его железных лап это сложно будет сделать. Так, просто исследуйте местность. Упс. Что опять начинается? О, можно биноклем глянуть.
Металлическая стена. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Интересно, что лежит за ней. Yes, a metal interior. Корни. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Они не присоединены никакой поверхности, но растут по металлической стене. Растут на скале, но потом присоединяются к металлу. Короче, взгляни поближе. О, еще один умерший. Do you have anything specific in mind? Доктор, если это все металл, тогда я использую детектор. Исследуйте кусты с помощью детектора. Так, это у нас кто? Арк, не, Батке. Батке. Так. Подземные соединения. Все совпадает. Металл вокруг. И кусты имеют соединение со всей системой. Интересно, звучит похоже. Это не то, что я видела, когда следовала Горски, я не знаю, кто это. Выглядит как два генератора. Один старый, а второй — эти кусты. Растет, чтобы создать новое поколение. Вы хотите сказать, что эти... оно живое? Это возможно. Не, поговорите, это как биолог. А там не должны разбить клетки, мембраны, органы. Так что, мне кажется, это не живое. Ну, она говорит о том, что не все жизни обязательно базируются на углеродах, как мы с Эликаном сказали, протеине. То есть может же быть и кремниевая жизнь, и так далее. Так, опять что-то у нас... Shit! I can't handle it anymore. Что происходит? Следуйте за этим роботом. Блин, а где он вообще? Куда-то туда пошел? Блин, вообще нифига не вижу. Робот исчез, но он вот туда пошел. Ты, наверное, его сломал. Я ничего с ним не делала. Ладно, неважно. Выбирайся оттуда. А, есть робот. Он не ушел далеко. Хорошо, следуй за ним. О, эти просыпаются. А как? Ё-моё. Он убил робота. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Find them the best medics. Yasna, what do you... Tell Kovalai. I
Не умирай прямо сейчас, я тебя умоляю, не сдавайся. Ну что, неужели на этом они демку закончат на клиффхенгере? Я тебя подвел. Мне так чертовски жаль. Если ты мог его отменить. Ты сейчас... Сейчас я в безопасности достаточно. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Oh, to hell with it. I can't really blame you. Ну, они спорят о необходимости этой экспедиции, что она слишком опасная оказалась, вот это вот все. Ладно, давайте смотреть. А, он не дает, пока они разговаривают. Ну, собственно, это все то, что сейчас произошло. Так, проверить остатки конвоя. Робота. For now you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Все, что осталось от него, только ножки. I would assume everyone in the convoy is dead. Я так понимаю, что все в конвое умерли. Первый антиматор сказал нам много, второй уничтожен. Ты говорила о пробе, это может быть важным источником информации. Так, найти ровер. Но он туда отправился, так что я думаю, мы туда и тоже пойдем. В общем-то, здесь уже ничего интересного. Ага, то есть он недалеко уехал. Ну, кстати, вы слышите, что счетчик до сих пор трещит? Так что радиация тут. А, все, перестала. О, а это что тут? Еще одно тело, что ли? Сокольны. А можно туда спуститься? Нет, похоже. Dead. Dead, dead. You're dead, you're dead. You're out of this world. Угу. Еще один. Чувачок. Так, блять, а можно сначала проверить вот это кто? Не понял. Да как-то верти... Ага. Так, какая-то головоломка, походу. Но вот эти две отличаются. Но я не знаю, что это нам дает. Вот эти еще можно включать. Ага. Это сканер какой-то. А это непонятно, что...
О, еще одна. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable of them. But it's nothing to complain about, is it? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tasluk here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the slides. We encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material from research. Это записи с первой по... the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research. Ну, тут сообщается, что они прибыли к месту. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Please, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tasluk here, over. We have a sort of discovery. У нас тут какое-то открытие. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Эти маленькие кристаллы содержат очень высокую технологию. Индивидуально они так они сами по себе беспомощны, когда они собираются в группу, они помогают друг другу. И они создают электромагнитные поля. They начинают парить в воздухе, когда собираются в группе. Чем больше группа, тем проще. Как будто рой механических этих мух. Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y. У них офигительная там симметрия, как буква Y. Shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Морковник. Они что-то живут в желудках местных насекомых, что ли? Что-то я вот это не очень понял. Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Antka, come in. Are you there? Yes, yes, I'm here. Ну, тело Антки мы нашли уже. Leave the material behind and return to the base. Оставьте материал, возвращайтесь на базу. Но почему? What happened? Scouts came back from this whole city. Tasluk? What's going on? Hello? Tasluk, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together. Микроботы группируются и летают вместе, как мухи, и влияют на машины. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how. Not all people were killed by larger robots. Не все люди были убиты большими роботами. То есть они сами по себе еще могут убивать. All the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Большое электромагнитное поле долгое время может быть опасно для человеческого мозга. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to дисфункции мозга и даже к отказу жизненно важных органов. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. А другой the human organism continues симптом потери памяти. But the human being is such as helpless, vulnerable, like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew?
Maybe in theory. Возможно, в теории. Even if there is room for development, learning everything all over, they won't remember anything. Even language, their past, our voyages together. Let's face it, this new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children, walking curiosities, oddities, lab rats, all that made them gone to hell. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. It'd be worth examining. Ну, типа, мы сейчас теоретизированно рассказывают, что может произойти с людьми после воздействия сильного электромагнитного поля. Так, найти контейнер с мухами. Так, а мы... Вот тут что у нас? Так, что-то нажать тут? Или просто открыли? Это мы уже помацали, да, всячески? А вот этого чувака мы должны узнать, кто это... Так, и кто? А, у нас сейчас не открывается пока. Так, ну в машине, походу, все, надо выходить. Ага, вот еще кнопочка есть. О, свет. Далеких планет. Нас не манит по ночам. Нет, далеких планет, я ошибался, чуваки. Беру все слова обратно. Мир стоит на китах. Киты стоят на... Что там? Камнях. Это и ежу понятно. Так. Тут что-то нету контейнера. А вот сейчас посмотрим, что у нас тут пишет. Ага, тут у нас АТР-12 и Добров. А, нет, слушайте, мы не нашли, кстати, Антке. Ага. Мы тело Антке не нашли. Так что тот, кто разговаривал по... Так что, возможно, где-то тут. Вот он, сломанный транспортер. А вот это как-то подозрительно от него отлетает. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Да. What's wrong with it? The outer shell is damaged. Внешняя оболочка. Повреждена и дырки везде. Как от пуль, нет. Как будто коррозия сильным этим, acid, как его, кислотой. Ну да, выглядит. О, это кто у нас? Это Астерхас. То есть мы нашли еще только Антке, Линдера, Миерву и Стелинака. Четверых. Так, вот это и тут ничего. Тут не подойти. Все закрыто. Как-то ж внутрь, наверное, можно попасть, нет? Ага, вот. Так, ничего нельзя нажать. Так, пока не хочу туда в заднюю часть идти. Страшно. Тут что-нибудь помацать можно? Похоже, нет. Эх. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Не открывается дверь полностью. Сейчас будем тянуть. Так, там робот внутри. Вся машина заполнена этими кустами железными. Now. Разбитые контейнеры. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir? Ну, возможно. Возможно, эти кусты и есть эти мухи, они вот превращаются в этих мух.
you go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. Симбиотические отношения. A part of the bushes, just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Ну, то есть она говорит, что у них отношения как, ну, типа, у насекомых с растениями. Так, я не уверена. Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, it all resembles the evolutionary path of living forms. Only problem is, it's not alive. So, with a large dose of doubt, то есть тут идет эволюция, их эволюция, но при этом сами эти существа не живые, они механические, но при этом они эволюционируют. А что если мухи и растения одно и то же, только в разных формах? То есть вот она говорит, что когда им надо получать какую-то энергию, там ресурсы, они превращаются в кусты, которые вот генерируют. Когда они, им надо перемещаться в новое место, они трансформируются в мух. О, вы тоже видите купол какой-то, да? Там генератор какой-то купол создает. Так, что у нас тут внутри? Явно какой-то трупешник еще будет очередной. А как так песком занесло? Так, это еще один. Что, зайти сюда нельзя? Это, видимо, vehicle. Что, она спустит, интересно, защитный барьер? Да. А, нет, или да. Так, а как бы нам тут не навернуться? Не, нас не пускает, кстати. There are powerful emitters in the center, similar to those on Energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you are looking at the top of the Energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Ah, got it. Ну, то есть они себя закапывают только чтобы нужные люди могли к ним подобраться. Так, а что ж мне дальше делать? Транспортер. Да, кстати, он работающий. The cargo may be intact then. The force field melted adjacent rocks. Расплавило generator on full power. They were defending themselves after all. Они защищали себя, включили на полную мощность защитный этот, и он расплавил скалы. They didn't capitulate. That's a good sign. Ну, они не капитулировали. So far I can only confirm that the field has not dissipated. Ну, я не могу подтвердить, что они не капитулировали, но защитное поле не выключено. I know how to get inside.
under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Есть вход, только как-то попасть сюда. Где-то, видимо, здесь где-то проход. Так, давайте еще что-нибудь возможно посмотреть. Ну, походу, все. Так, видите, там есть проход где-то снизу, но в него как-то попасть надо. Смотрите, может, на карте есть. Ну да, скорее всего, вот сюда нам надо идти. Ну, мы бегать умеем. Так. Вот там, видимо. Правда, как она решила, что там прям проход. Именно туда, куда мы смотрели, будет, не знаю. Блин, а сколько у нее вообще в баллонах еще воздуха? Вот уже шаримся, фиг знает, сколько, вообще ни хрена не видно. Темно и страшно. Где-то лазаем, что-то делаем. Интересно, эти всякие потребности организма, как она справляет. Наверное, есть мешочек специальный. Так, вот тут мы, в общем, вылазим, да? Ой, он нас сфоткал. Или он тут фоткает что-то. Так, ну. I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. Он тебя тоже боится. Говорит, это скорее. Скорее, не, мой недостаток авторизации для него. Ну, типа он. Так, get under the force field, да. Ну, то, собственно, и идем. Понимаю, по карте. Mm-hmm. Типа, я неизвестная персона, поэтому от меня этот. Это как эти проб перевести. Ну, это. Ну, собственно, бот, который все исследует. Ну, не блокирует радиоволны. Да, если он работает. Так, значит, сначала выключить магнитное поле, потом уехать на энергоботе. Ну, спрашивает, со мной или этот? Ну, летает вокруг просто. Так, как эту херню выключить? Он говорит, что он закопан. Мне, конечно, снизу надо как-то смотреть. Где-то выключение тут скорее. О, вот вход. Ну. Блин. Крутить, оказывается, надо геймпадом. А вот и Антке. Ну, кстати, это его шлем, но тело-то не видать. А, вот он, походу. Покусанная перчатка. Yet
do so. This one man. Он съел часть своего костюма, пытаясь выжить. Это хорошо, это Эйнткин, да? Вот этот, который разговаривал по... Да. Так, ну и что тут? Как его выключить? Ну это для двери, видимо. Так, а тут что с кнопочками? Что-то ничего не нажимается. Ну вот это же должна как-то нажиматься. Что, хотите сказать, что она не здесь выключается? Ладно. Так, а больше как-то тут вариантов нету. Может, надо больше исследовать вокруг? Так, что у нас насчет компаса? Так, там мы посмотрели. Вот тут что-то, вон еще труп. Стелинок. И где-то еще вот там что-то должно быть. Похоже. Нет, нету. А, это, наверное, этот. Во, это этот отмечается, блин. В этот залезем пока. А, пока нельзя. То есть пока мы не разберемся. Видите, не дает. Пока мы не разберемся с магнитным полем. Так, ладно. Больше у нас тут никаких, да? Блин, странно. Да, и тут ничего нету. Так, что-то надо как-то с этим решать. Может, тут снаружи еще? Мы только два трупа еще не найдем. Думаю, они в транспорте будут оба. Ну вот же, ну почему это не работала фигня, когда я тут был первый раз? The field is no longer problem. Disabled. Perfect. All that's left is to get the flies out of there. Странно, почему эти мухи поубивали этих всех, а нам ничего не сделали. Так, проверить груз сначала. Все хорошо, я надеюсь. Really help our people, то, что нашим людям поможет.
Точно, я уверен. Off we go. Yes, sir. What are you wondering about? Yeah, sure. I got lost for a moment there because of the flies. You'll have a lot of time to think about it. Now we have to check if you'll be able to leave with this transport. Of course. I'm on it. Although first, I'd like to see them up close. Very well. Just hurry up. Сейчас вскроем контейнер с мухами. Все готовы? Выглядит как просто пыль. Но они, видимо, в своей какой-то спокойной форме. Сейчас они тебя съедят, блин. Ясно. What have you done? I'm watching them. Nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn bad colors up there distract us from. Can you say not to worry? Just look outside, Doctor. See for yourself. Какая-то черная дыра открылась в атмосфере. Что-то мне этот звук не нравится. Ну? Вау. Ё-моё. И на этом демо заканчивается. Ну, в общем, вот такая, ну, я бы назвал это квестом, хотя тут ничего сложного нету, никаких особых задач мы не решаем. Это скорее такое компьютерная новелла, наверное. То есть вы находитесь прямо внутри книги, но следуете за ней, какие-то действия выполняя. Не знаю, ну, ваши впечатления пишите в комментариях. Мне подобное нравится. Мне подобное нравится. Как вам? Конечно, вам судить по этой демке мое дело было показать. Я люблю и Станислава Лема, и подобную вот фантастическую штуку. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живи Украина. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!